За першые 10 хвилин с початку телефонной линии отказа на пытание поспели отрымать 3 человеки. Еще один человек пришел до Александра Тарасенки на особистый прием. Санитарные нормы у сферы гандлю, громадского харчевания, профилактика захворываний и навод працеулаткования. Спектр пытаний широкий. Гмельчанин Геннадий Дубицкий пришел у надеи найти вырашение своей проблемы. Больше как 3 года за труб водозабеспечения у его кватеры не спыняются гудение и вибрация. До этого мужчина звертался до специалистов городского центра. Однако замер децибелов провели весной, когда отопляльный сезон скончился. У вынику приборы показали лечбу 23, якой до критичной отзнаки не хапило усяго 3 децибелы. В каждой жилой комнате есть водопроводные трубы, трубы горячей и холодной воды, потому что у меня находится жилая комната, а наверху находится кухня. Так трубы идут в одной по стене в одной комнате и в другой, трубы горячей и холодной воды. Вот и все, вот они и гудут. Вырашить пытание, ці дать по им тлумачине, специалисты обязаны на протягу 2 тыдняў. Обставины ситуации с гучными трубами высветлять у ближайшие дни. Давайте мы определимся так, что в пятницу, это 20 числа, да, к вам приедут представители нашего областного центра. Хорошо. Это лабораторное дело. Хорошо. Представители ЖУ-4, так? Уже связались с ними. Хорошо. 23:00, да? В ночное время. Ночное время. Ну, 23:00. Дело в том, что измерение шума проводится по методике с 23 до 7 утра. Частка зворота оказалась не по адресу. Не все огученные пытания были у компетенции специалистов центра. Але и такие проблемы не застанутся поза увагой. Их передадут отповедным установам, которые дадут отказ так само у 2-тыдневый термин. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».